предупреждаю, давай это заранее предупреждаю таких. Так я заранее пишу. Да блять, я-то не включил запись, мудак. Всем привет! Всем Всем здорово, с вами Савера, Декарт и Мишотин. Мы играем на разных серверах. Да не слежите вы меня, сволочи! Саша так сказал, всем привет, молчание тихо. Ой. Всем здорово. Да нахуй. Вот так вот нужно начинать просто видосы, ай нахуй все. Саня, пиши ты. Окей. Я не могу. Всем привет, с вами Сова и Мефодий и третий. Декарт. Декарт. Здорово. Здорово. Это вы что, ребят, наш завтрак откармливаете или что? Да. Есть такое. Так может он уже поел, может уже пора. С миром пришел. Мирный хавчик тоже можно кушать так-то. Добрее будешь. Повтори, не слышу. Рейдинг, братья, если кого здесь. Да нет, я же тебе объясняю. Мы тут стоим, еду ловим. Ты пришел. А, откармливаем, короче, еду, да? Да. Ну чё, ребят, начинаем? Не надо мне Да не, не будем, чё. Не попробуешь, беги с миром, друг. В смысле не будем, я не понял. В смысле не будем? Я так-то уже на его ляхи засмотрелся. Шоколадные. Давай, чувак, гуляй с миром, мы дальше побежим. Да может его ёбнем уже, ну. Все равно ничего нет. Блять. Хотите покажу прикол? Кстати, я на своей сероке делал. Смотрите, сейчас покажу. А, я знаю, там будет дождь потом. Золотой дождь! Фу, блядь! Бах-ба-ба! Матрица! Я убегал! Живой! Это было рисковано! Чувак какой-нибудь выбегает из кустов, баба! Так, ладно, побежали дальше кто-нибудь. Пока что. Пацан в кустах. Прям в кустах. Серит, блядь! Смотри, сейчас очередь будет. О, это рыбка! А я ж тебе про что говорил. Ого, зыка катится! Поплыл. Катится, вертится. Там кто-то еще, по-моему, с лука стрелял, если я не ошибаюсь. А, там вот огонь. А, во-во-во, чувак. С там огонь. Вышка справа. О, вот еще один. Где? Вы его залутали? О, блёстки. А, это друг его. А, это наш хавчик. А, это хавчик наш. Извини, не признали. Мне что-нибудь было? Надо разобрать его на еду. ZT. Мы с тобой не разрешили поснимать. Почему не разрешили? Да потому что ему 12 лет, он долбоёб. Где ролики? Скажи, пишем. Ты там, Сань, по-моему, не раз-то пошаговое выживание снимаешь. Да, походу. Он, походу, просто вместо бандикама записал. Ой, закинул. Блин, скриншоты делает. Это я с ребятами. Это мы убиваем бомжа. Ой, там чувак строит, слышишь, дом? Их два. Второй снизу? Да-да-да. Один упал, забегаем, пацаны, обгар. Атака! Пошло. Забегаем, у них ничего нет. Всем лежать, морду в пол! Куда они? А, они наверх убежали. Очень просто все. Так, один телепортировался, кажись. Серьезно? Успела. Козел, в синей майке. О, еще один. Да. А какой дай вас такой? Это как его там? Да он слышал, да говорит, Савяра! А ну стой, пидор. Че, подожди, не убивай его. Че, скажи, малыш, скажи еще раз. Не трогайте меня, товар, не трогай. У тебя мой маленький, ты слышишь это, сова? Он тебе лайк поставит, не трогай его, сова. Фига себе. Лайк. Ребят, вам нужна аптечка или мясо? Давай. Стой, на тебе мясо. Извини, тогда. Чувак, но мы тут это, любим мясо. Поделишься с Сашей. Каким Сашей? С этим снизу. А, блин, кстати, а где да, синий? Это же тот чувак, который хотел со мной видео поснимать. Ну что, да, парень, ты в Ютубе?
Вот это, кстати, приписки YouTube. Это, скорее всего, с тебя и копируют. Верно. Ребята, что? Вы знаете, как буквы строить? Буквы? Да, да, буквы. Берешь букварь и строишь буквы. Предложение. Я хочу построить букву. Сука. Какую ты букву хочешь нарисовать? Букву Х. Многообещающий. Ты меня понял. Да, как называется. О, по нам стреляют, да? Где? Я не знаю, мне послышалось. Эхо войны. Это у тебя, блядь, в Варкрафте там, на сзади. Эхо войны. Ну-ка, быстро, документы. Съебался, нахуй. Не документы. Бля, ты чё сейчас за наркоманский у меня ржач был? Подними его. Хорошо, могу прийти. Ну, конечно, можешь, только сначала приди. Что, его поднял? А, он домой улетел. Нормально же общаюсь. Я могу дерево ещё скинуть. О, слышишь, в натуре нормально. Блин, хорош. Реально. Да ты хоть нахуй-то посмотри. Ну, в смысле, на надпись. Сейчас я встану, посмотрю на этот. Что такое? Этот хуй я придумал. А. Я этим не горжусь. Но это весело. Сейчас... Ого, кто-то есть сзади. О, стоп. Он спит. Я не хочу тревожить его покой. Блять, фантом. Ты, короче, давайте ради сатаны, короче. Ты был хорошим другом. Давай, да. Жрите его, пацаны. Стой. А, блин. Ты не, подожди, ладно, хотел обложить. Да. Сейчас я жду. А давай, короче, сейчас, подожди, дерево чуть-чуть нарубим, сделаем круг из костров и в чат напишем, кто хочет на стрим ТП. И будем жертвоприношения для стрима приносить. Можно так сделать тоже. Вызываем сатану, ла-ла-ла-ла-ла. Живой. Гули. Это еще один череп к нашему декору. Поджигай, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Короче, мы сейчас вверх. А ты сама в центр, и пускай к тебе сумонятся фанаты. А я ими займусь. Ты. По очереди будем складывать. Сова, принеси его в жертву. Так стреляй, я тут отвечал. Давай присяду, хоп. Подожди, стой, я посмотрю, как оно смотрится хотя бы. Убил? Нет, я попадаю по сове. Он за мной прячется, вот подлинно. Ох, горит хорошее. Мочите его. Горячо такое. Блять, у меня с такой ФПС, я по-моему попасть не могу просто. Ну да. О, попал. Ура! Сгорел. Ох, хорошо. Убил. Горит. Блин, ребята, у меня дерево закончилось. Нужно в костры как-то будет потом. Я не могу подойти к кострам, у меня лагает. Да, давай тебе помогу. Я могу тебе помочь. Хочешь? Почти в центре. Ой, хорош. Стой, в центре. Стой в центре. Стой, молодец. А ты ж ему ничего не говоришь, ты же наш войс вроде активируешь. Нет, я включаю. А, нет, говоришь, все, это просто лаги какие-то жесткие. Да, его можно крышить, это не наши. Крышить? Парень, вставай в центр. Во славу сатане. Да. Давай во славу сатане, вставай в центр. А кто-то пришел. Какой ник? Молодец. Иоти какой-то. Молодец. Так, надо еще людей. Надо сейчас так... закончится все это. Надо утолить жажду сатаны. Че, я не слышу. Скажи нормально. Говорю, у тебя голос как у Джигруды. Джигруда мой племянник, запомни. Они друг друга там колбасят. Бейтесь насмерть. Нет, стой, подожди, скажи ему на месте стоять. Это, пацан, постой, я тебе скриншот сделай на фоне костров. Попадешь на YouTube. Давай, сова. Сова, давай, на YouTube его. Сейчас. Стой. Да поглубже, на YouTube его. Сова, не тормози. Он сейчас все поймет. Горит. Бежал, аж пятки загорелись. Ладно. Все, поехали. Гаси его, короче. Все, ребят. Да, спасибо, что пришли тут, поучаствовали. Мы побежим дальше путешествовать. Да. А это кто? А, это СГС. Все, побежали.
Можно. Только осторожно. Нам рыбы нужны. Ну да, что это такое? Это картошина или что это? Или что это красная точка? Это прыщ или сиська? Я не могу понять. Это рассвет с Wi-Fi, видишь? Не-не-не, это кто-то рассвет с Wi-Fi выглядывает. Углядывает ктулху. Алло, есть кто дома, алло? Эй! Открывай! Подожди, он закрыт вообще со всех сторон. Вова, ты? Да-да. Это же дальше нахуй поселение. Как дела? Скажи, это Вова. Это Вова. Вова, это ты? Меня мамка ты твоя Вова позвала. Я пришел тебе пизды дать, вылазь. На чистый бой. Документики на аренду здания. Покажите, пожалуйста. Открывай, милиция. Так, давайте ломать. Скинуть? Давайте, ребят, долбите. Да не, сейчас тут только немножко осталось, пофигу. Вон тебе копье так упало, хватай. Что там, Володя не пришел? Да тут вообще опасно. Володя бум-бум. Да, Володя не пришел. У! Нихера себе! Всех что ли положил или нет? Хера ты какой! Хера ты какой! Готов! Красавец, красавец! Поднимай! И меня! О, отлично! Аптечки! Кому аптечку? Все. А Вова выйдет погулять? Кто стреляет? Кто? Наши? Снаружи. Это не наши. Не наши. Так, надо ништяк выходить. Надо. А я боюсь. Я ладно, тоже. Давай я. Я кавабанга! Не боюсь. Так, вокруг дома никого. Бля, ребят, ля-ля-ля-ля-ля! Где он? Кто? А, это он. Он в доме внутри. Ты где, говно? Ну и лагает, жесть. Блять, меня тут чуть не... Вот он уже. Пошел. Блин, ну сервак лагает жестко на самом деле сейчас. О, ты мой хороший. Это дичь. Ты смотри. Что это? Молоко на его ложится. Я всохло. А скиньте мячик. А Вова выйдет. Вынеси попить. Он что-то скинул? А, это стрела. О, справа. Нашел его? Очередь по кустам. Так, у меня патрошки заканчиваются. Так ты меньше в кусты достреляй. Но кто-то должен быть артиллерист. Хуй вы говорю, хер с ним. Артиллерист? А, там же много букв. А вот нашел. Нет, это колхоз хитрый. Колхоз, все понятно. А где с... Пиздец, пацаны, вы что такие локи достал? Да какие уж есть. Ой, чуть что, сразу лохи, тебя лохи положили, слышишь? Тебя бомж положил, алло. Не стыдно ему, что ли? А что, там много чего есть? Там же ничего. Винтовка кому нужна, без патронов, правда? Спи спокойно, друг. Опа. Идиоты, блядь, ёпта. Полчаса по-вашему лил? Какой обидчивый. Кто нас лил? Тут где-то бомжик, Положил, идиот. Бомжик, ты где? Где? Да чего там, помните дом, которого вы забегали, самый большой-то? Слышь, дом какой-то там. Я не знаю. Какой дом? Вы чё с трупом разговариваете? Помните дом, который самый первый, на берегу здоровый-то? Ну? Нет, не помните. Или ты помнишь? Ну вот ты говорил... Кидай под него костер, прикольно будет. Дом. Это вот мой дом, я его разобрал, зашел, к вам прибежал. Кому-то еще будет интересно послушать про его дом, или нет? Нет, мне тоже не интересно. А, ну нахуй его тогда. Вижу. Где они? Да со стороны дома бегут. Один точнее. Снизу тут один. Так, один есть, да? Да. Минус. Эй, птиц, расскажи про дом на берегу. Я так и не послушал. О, все, я его тоже вижу. Доманиваем. У-ху. Заказываем. Он прям вот в этих кустах был, по-моему. А, вон он. Ай, кричит, слышишь? Ага, он где-то визжит, блин. Как он визжит, сука, на весь сервак. Бля, ты десантин, уёбок, блядь, КСБ, сука. Чего? Он что-то... Ты
про CSGO кричишь? Пацанчик, ты не с ним связываешься, у нее. Все, заткнулся? Молодец. Да, все, он больше не хочет с вами общаться про CSGO. Пусть закричит Джигурда. Джигурда! Ладно, все, я не могу так орать, а то моя меня выключит. Моя Джигурда меня выключит. Джигурду выключит.